так неожиданно приехали на платформу Долгопрудная. Она здесь еще временная. Здесь не все сделали. Электропоезд отправился далее в направлении станции Лобня. Он идет до Дмитрова. А мы подождем следующий. Подадут Иволгу, и вот на ней проедем до Лобни. Посмотрим, так скажем, северную оконечность первого диаметра. Сейчас, кстати, по МЦД бесплатный проезд. До 8 декабря действует. Так что, если хотите посмотреть диаметры и на них покататься, то спешите. Вот как раз сейчас об этом объявляют. Так, здесь у нас старая часть платформы. Так. Можно посмотреть строящуюся новую платформу. Выйдем. Посмотрим оттуда. Я так понимаю, ее строят, чтобы был подземный переход, а не просто люди переходили по настилу. Такое вот тут громадье. Успеть бы еще на Иволгу до Лобни. Новая платформа. Вот как она будет выглядеть, когда будет готова. Ну, они новые, в принципе, платформы, они все примерно одинаковые. Те же вот Пенягина, Волоколамская, которые мы смотрели по второму диаметру. Они похожи. Вот она, новая платформа строится. Сейчас. А почему интересно, не сделали, чтобы прямо туда можно было пройти? Наверное, тут тоже что-то строят. Показывают флажками, что типа поезда можно ехать. Так, ну вот она, две платформы. Новые. Там еще наверняка будет подземный переход. Ну все, пойдем ждать Иволгу на Лобню.